На этой неделе у нас была прекрасная возможность пообщаться с настоящей славутической звездочкой Машенькой Анюшкиной, которая получила второе место на областном этапе конкурса детского творчества «Яркие звезды», что состоялся 1 июня в Киеве, и это стало еще одним чудесным подарком ко дню рождения нашего города. От конкурса масса позитивных эмоций, только позитивных, так как это просто 3 дня сказки. Что тебе больше всего там запомнилось? Возможно, ты с кем-то познакомилась? На самом деле все детки замечательные, счастливые все были. Неважно, занял ты какое-то место или нет. Мы все друзья. У нас нет такого понятия, как конкуренция. Все сдружились. Не было такого, чтобы кто-то там ходил в стороне, а кто-то дружил. Просто новая семья творческая. Маша постоянно принимает участие в различных творческих конкурсах и проектах и везде оставляет о себе незабываемое впечатление, как очень талантливый и удивительно прекрасный человечек. Кто тебе вручал эти награды? Эти награды мне вручал сам основатель этого конкурса, Ярослав Москаленко. Хотелось бы сказать ему большое спасибо за то, что он проделал неимоверную работу, большую очень, для того, чтобы каждый ребенок почувствовал себя маленькой звездой. Там опекались с нами как с родными детьми. Организация просто на высшем уровне. И очень приятно, когда тебе вручает диплом, награду сам основатель конкурса. Во время праздничного концерта в честь Дня города Маша Анюшкина выступала на одной сцене с популярной украинской певицей Таяной. А вот не страшно тебе было выступать на одной сцене с Таяной? На самом деле очень страшно было перед выступлением. Боялась как-то что-то не так сказать, как-то не так спеть. Но все-таки Таяна – звезда. Ее вся Украина знает, вся Украина любит. И она меня объявляет, значит, это большая честь не упасть в грязь лицом и достойно выступить. Но тебе понравилось с ней петь? Мне очень понравилось на одной сцене с ней выступать. И очень было приятно, когда сама Таяна меня объявила. Глаза Машеньки светятся счастьем, и она взахлёб рассказывает о впечатлениях, полученных во время участия в этом проекте. И приятно, что этой радостью она пришла поделиться также и с нами. Очень приятно было, когда с нами готовились. Не просто как выйдешь, так и как споешь, так споешь. С нами готовились целых 3 дня. Нас специально заселяли в лагерь «Артек». И целыми днями у нас были репетиции в ущерб вокальным тренерам, в ущерб бенду. Они сидели с 9 утра до 10 вечера. И не уходили, пока каждый ребенок не отрепетирует, пока они сами не будут уверены в том, что они готовы хорошо выступить. Ну, несмотря на то, что ты у нас еще юная такая артистка, да, ты уже опытная. Вот что ты можешь сказать по сравнению с другими конкурсами? Как ты можешь оценить именно вот этот проект? Какой он? Я считаю, что этот проект на сегодняшний день самый масштабный для детей из всей Украины. Я очень благодарна основателю этого конкурса, организаторам, которые также проделали неимоверную работу, и всем, кто участвовал в этом проекте. Мы желаем нашим талантливым славучанам и славучаночкам побольше интересных проектов, незабываемых ярких впечатлений, исполнения желаний и по-настоящему бескомпромиссных и феерических побед.